ожидалось, что нам для зимы потребуется 480 миллионов кубов. Сколько закупил Энергоком? Они же опубликовали информацию. 595 миллионов кубов, то есть почти 600. А с учетом того, что зима была теплая, мы потребили даже еще меньше. Ожидалось 480, мы потребили где-то 440 миллионов кубов. В итоге случилось так, что мы вышли из зимы, и у нас еще осталось очень много дорогого газа, где-то 150 миллионов кубометров. То, что заявил 2 месяца назад руководитель Энергоком. Вопрос, зачем надо было закупать столько газа? Потому что из-за этого НАРЭ не мог снизить тариф на газ. Мы продолжали платить очень дорого за газ. И возникла вот эта ситуация, этот скандал, что на бирже сейчас очень дешевый газ, а в тарифе газ очень дорогой. Так или иначе, мы этот газ закупили, мы его должны потребить. Будет это сейчас, или будет зимой, или будет следующим летом, в любом случае мы этот газ уже закупили. Здесь надо, во-первых, посмотреть, каким образом принимались решения, и, соответственно, либо привлечь к ответственности, если это коррупция, либо изменить принципы принятия решений, чтобы не допускать такую ситуацию в будущем. Но в любом случае ошибка уже была совершена, и деваться нам некуда. Этот газ в любом случае надо будет потребить.